манипуляция заведения мотора, у него выпало из памяти. Мои действия не вызывают у него ассоциации. А интересно, если бы сел на заведенную машину, повел бы, от волнения ухитряясь заплутать с трех сосен и выкатываясь совсем не оттуда, откуда хотел. Но все-таки выкатываясь. Наши расположились грамотно, прикрывшись броней. Останавливаюсь аккуратно с прицелом пулемета с БТР. Вылезаем, вытаскиваем Евгения. Навстречу спокойно идет Николай. Совершенно неожиданно протягивает руку мутобору. Отрекомендовывается и спрашивает, врач ли мутобор. Мутобор, ну, самое подходящее слово, он охренел. Точно, руку не пожимает, показав явно растерянную свою лапу. Потом говорит уже слышанный мной раньше Хесик. Старшой кивает, то, что ему отказали в рукопожатии, видно, его мало смутило. А вот Морф неопределенно озадачил. Удивил, победил. Как источник информации, Морф оказывается мало интересен. Он может рассказать на своем волопюке, с моим кривым переводом, только про медлабораторию. Что происходило в лагере, не знает. Да и возили его в куртке без окошек. Хотя проскакивает намеком, что, видимо, его использовали в акции устрашения. Но развивать эту тему он не хочет категорически. Связи по-прежнему нет. То есть с кронштадтскими кораблями подразделениями связь в порядке. А вот соседи что-то заткнулись. И стрельба смолкла. Это совсем непонятно. Не было артиллерийской пальбы, нечего было в танке вывести. Должна была бы часть брони уцелеть. Да и дымов оттуда не видать. А горящая техника дает такие чадные столбища, что слепой тот, если не увидит, то за пару километров не будет. Хотя не факт, что битая техника обязательно должна пылать костром. Но вообще желание лезть на завод пока...